грозовые камни. В главных ролях Джеффри Уолкер, Мэрионе Вуке, оператор Рон Хейген, композиторы Гарри Макдональд, Лоуренс Стоун. Автор сценария Эллен Мак Уиртер. Режиссер Марк Дефрист. Ну, девочка, постарайся. Это не скоро оттает. Вообще осталось чуть-чуть. Хорошо. Давайте, берите. Больше ничего нет. Я думал, вы что угодно съедите. Как они здесь выживут? Им надо домой. Нам тоже. Драко не шутил насчет того, чтобы разрушить землю. Надо предупредить Ноя. Тише. Тише, девочка. Мы должны вернуть их. Остынь, Чип, это не так легко. В чем проблема? В том, что у меня не четыре руки и не две головы. Строить транспортер очень сложно, и детали у нас еще не все. И даже если откроем дыру, трудно попасть куда надо. Мы уже это делали, когда спасали Аришку. Это было в лаборатории с основным транспортером. Видишь зеленые линии? Да. Это дыры, которые были открыты между Землей и Дельтой. Я должен найти ту, которая доставит нас в нужное время и... Странно. Что? Одна открылась далеко от заповедника. Что там понадобилось кому-то с Дельты? Драко! Животные устроены? Не глупи. Они напуганы и расстроены. Им нужен простор и воздух. Им повезло, что они живы. Скоро других животных не станет. Лучше порадуйся. Чему? Они умрут от голода. У них ведь есть еда, не так ли? Это не еда, они не станут есть. Привыкнут, мы же привыкли. Нет. Тогда сходи к пищевому процессору. А может, найдешь что-нибудь повкуснее. Ну, идите, вы оба. Чего ждете? Это здание арендует некий Сидни Альберт Гринуэй. Гринуэй. Гринуэй? Это его Кван поймал в парке. Он хотел украсть Оскара и других зверей. У его дома открывались дыры, а все животные исчезли. Наверное, есть какая-то связь. Точно, узнаем о нем побольше. Надо попасть в камеру Nexus. Точно. Может, Кёрли Кёллинс поможет нам открыть дыру? Да, попробуем. Атаковать землю — наша главная цель. Не для Драко. Он помешался на этих животных. Это пройдет. Позже он от них избавится. И от землян тоже. Сейчас туда нельзя. Слышала? Да, надо удирать. Надо бы с Драко. Драко? Ты ему нравишься. Очень. Он просто хочет подчинить меня, как и всех. Не думаю, я наблюдал. Может, ты заставишь его передумать. Давай, поговори с ним. А я отнесу это животным. Почему я? Вряд ли я на него так же действую.
Да? Земная девушка хочет с тобой поговорить. Впусти ее. Можешь идти. Дверь закрой. Кван? Ну? Кван понес им другую еду. Это все? Ты хочешь уничтожить землю грозовым камнем? Ну и что? Так нельзя. Я знаю, что произошло после удара кометы. Пожары, землетрясения, страдания и смерть. Ты этого хочешь? Они это заслужили. Ты винишь всех за то, что несколько людей закрыли колонию? Нет. Это решил Ной. Он не просто закрыл нас. Он заманил наших родителей в дыру и убил. Земляне поддержали его. И земля заплатит. Может, это им понравится? Где Аришка? Помочь тебе с этим? Сам управлюсь. Как хочешь. Джос, стой! Стой! Держи их! Ладно. На людей земли тебе наплевать. Но как же животные? Животные? Тебе не все равно, иначе ты не привез бы их сюда. Я подумал, что это интересная идея. Изучать их в научных целях. И я хотел тебя обрадовать. Думаю, мне понравится видеть их в тюрьме? Ты спятил. Им нужна свобода. Мы... что-нибудь придумаем. Может, построим большое жилье? Все равно, они умрут. Им нужен воздух, деревья, свежая еда. У вас здесь ни травинки нет. Отпусти моих животных на землю. Откажись от мести. Как ты не видишь, ненависть ослепила тебя. На твоей совести будет гибель всей планеты. Этого ты хочешь? Тихо. Почему оно здесь? Я не смог его поймать. Его место на биоскладе. А ты делай, что сказано. Будешь жить и работать, как мы. Иди помоги Клею с уборкой. Ты поступаешь плохо. Я тут решаю, что хорошо, а что плохо. Убирайся. Точно, это Гринуэй. Тот ветеринар. Про это здесь не написано. Стой. Он же работал офицером обеспечения в фонде. Вертелся рядом, только под другим именем. У Оли кто-то. Шутишь? Похититель животных шпионил в фонде. Около его дома дыра с дельты. Здесь не пахнет драко, а прямо воняет им. Что ты делаешь? Надо проверить этого парня. Идем, идем. Смотри, что я нашла. Автонаводка и прибор остановки времени. Откуда? Мой коллега работает со сверхпроводниками. Потрясающе. Мам, сможешь их установить? А вы двое куда? У нас задание. Некогда объяснять. Продолжай строить транспортер.
Да, знаю, ты не любишь перевозки, Сибелия. Но нам пора уползать. Вам послание от Драко. Кто ты и чего тебе надо? Я друг Драко. Не знаю никакого Драко. Да ладно, он вожак, ребят, с Дельты. Мы все ему подчиняемся. Да ну, имя не знакомое, но звучит интересно. Продолжай. Он назначает вам срочную встречу. Встречу? Заповедник 37D через 2 часа. И что он хочет обсудить? Ну, он просто велел вам сказать. Если вам все равно, я ему так и передам. Будь это важно, он бы сам пришел. Стойте. Он сказал, теперь ваша работа окупится. Как? Ну, он цифр не называл. Вижу, придется менять маршрут. Надо же сообщить Драко. Ты серьезно? Не знаю, как вы, но я бы не хотел сердить Драко. Когда он сердится, он все может. Думаешь, купился? Надеюсь. Нужно вернуться в Нексус и поговорить с Кёрли Коллинзом. Ты не забыла код доступа? Вроде нет, но... Убирайте, не болтайте. Мы закончили. Нет, еще тот коридор. И чтобы я могла во все смотреться, как в зеркало. Было бы на что смотреть. Нет, не думаю. Нет. Это точно... Почти наверняка проблемы не в передних параллельных катушках. А если продублировать обратные циклические связи? Ну, я думала. Думала над этим. Проверь-ка еще разок. Скорее всего, проблема в этом. Если, конечно, первичный драйв в порядке. Если нет, придется разобрать снаряд и начинать снова. Кёрли! Что? Ты меня пугаешь. Я-то думала, ты будешь помогать. А я думал, я просто тебе нравлюсь. Драко велел тебе идти в зал собраний. Отлично. Сейчас спросит, как успехи. Что я ему скажу? Это тебе решать. Я не запрограммирован на извинения. Скорее, кот. Говори. Вы идите, я посторожу. А я все гадал, когда вас увижу. Нам нужна помощь. Я сегодня всем нужен. Нам надо на землю. И быстро. Животным нечего есть. Я все знаю. И о грозовом камне, и о разрушении земли. Да, это безумие. Но что я могу сделать? Я всего лишь голограмма. Могу лишь давать советы. А вот верные ли они или нет, не от меня зависит. Тогда дай совет нам. Как нам открыть такую дыру, чтобы вернуться вместе с животными? А больше вам ничего не нужно? И все? Нет. То есть, да. Но я, кажется, знаю, в чем проблема. Кажется? Да, нет, я знаю. Ты разработчик, должна разобраться. Знаю. Сначала я думала, это параллельные катушки, но это все же обратные циклические связи. Надо же. Эта куча хлама должна доставить самый важный на свете груз. Мне нужно больше времени. Нет у нас времени. Надо запускать. Я хочу знать, сможешь ли ты его наладить, или надо поручить другим? Нет, я сделаю. Я смогу. Докажи это. Так, преступник мирового масштаба
Сидни Альберт Гринвей, также известный как Лейф Рейнбоу Баингтон. Торговля животными, мошенничество, кража драгоценностей. Для начала неплохо. Папа, надо взять этого типа. Мы знаем, что он связан с Драко. Надо выяснить, в чем дело. И как это сделать? Пойдем туда и арестуем его? Нет, его там нет. Он сейчас входит в заповедник. То, что надо. Думаю, у него сейчас движок заглохнет. Так энергия прибывает, прибывает. Еще чуть-чуть. Повтори процедуру. Как эти старые пальцы соскучились по клавиатуре. Вводите координаты. Время, место и фактор конверсии. 0.7. Скобка. Назад. Возврат. Опять скобка. И возврат. Прекрасно. Сколько еще ждать? Недолго. Пик энергии достигнут. Теперь моделирую выход энергии к координатам дыры. Кто, я? Да. Слабо решить уравнение с точностью до миллионной. Ладно. Профессионал я. Слушай команду. Успеешь домой к завтраку. Помогите. Пожалуйста. Сделайте что-нибудь. Что вам известно о Драко? Не знаю я Драков. Ладно, тогда сами. А мы пойдем. Кажется, Левушка проголодался. Ладно, ладно. Я все скажу, все. Только прогоните его. Прогоните. Скрэм. Пошел, Хэмиш. Ну, пошел. Хэмиш? Аришка растила его с детства. Он добрый. Почти всегда. А теперь расскажите о Драко. Выставь задержку времени и начинай отсчет. Здорово. Сколько еще? 5 минут до перехода. Пора нам на биосклад. Я помогу. Лучше бы ты осталась, а то опять потеряешься. Не волнуйся, я справлюсь. Спасибо, Клео, ты молодчина. Меня не обнимут? Только один раз, может, два. Клянусь, никогда. Прежде такого не делал. Да, точно. Вы преступник, Гринвей, уже много лет. Животные не должны были пострадать. Драко сказал, они будут в порядке. Он даже сказал, что он спасает их, что скоро других животных не будет. Ни одного. Что он имел в виду? Не знаю. Он загадочный. Не знаю, что у него на уме. Других животных не будет. Надеюсь, его посадят навсегда. Да, сдавать этого парня было даже приятно. Ной, Драко сказал, что других животных не будет ни одного. Что он хотел этим сказать?
У Драко канистра с грозовым камнем. И геофизические данные по Земле. Ее грозовому поясу. Ной. А при чем тут животные на Дельте? Других не будет. Других он уничтожит. С помощью камня он хочет уничтожить всю Землю. Терпение мое кончается. Пойду прогуляюсь. Только что покоя нам не давала, теперь прогуляюсь. Но если не успеем до его прихода, у него могут катушки расплавиться. Все пробовала? Все, что Кёрли предлагал. Не понимаю. Разве что... Что? Разве что Кёрли меня дурачил. Дыра вот-вот откроется. Знаю. Драко, он вывел Молли наружу, надо ее вернуть. Времени нет. Мы не можем ее бросить. Ты иди с животными. Я закрою дыру. Ты что здесь делаешь? Ничего, я... Сигнал от дыры. Нет. Создатель и продюсер сериала Джонатан Стив. В ролях Джеффри Уолкер, Мэриони Вуки, Дэниэл Деперис, Натан Вентворд, Пол Зебровски, Кейт Келти, Ники Кохил, Кристофер Шлассер, Эмили Браунинг, Келли Джонс и другие. Конец 47-й серии.